теперь таких других примеров. У нас ребенок год и 11. Он за это время ни разу не принимал никаких ни уколов, ни смесей. Хотя у нас уже были там, ну, с момента его рождения уже мы проходили и колики, метаболизм, и стоматит был. Это мы уже все проходили. Колики, 7 минут, коликов нету. Вот. Ну, все там первые несколько месяцев, там колики, метеоризм. Стоматит тоже у нас было, что внутри все. Мы только протирали, ну в роте все, и только программы ставили по стоматиту. Там есть набор программ был, нам, ну, там в составе там, разновидности кандид, он так и называется, стоматит. Вот если мы перечень программ будем смотреть, найдем программу стоматит, там в душках, ну, в скобках будет написано, какие дополнительные программы поставить. Вот мы это все поставили, и только на приборе, только мы вытирали в роте, вот и все, больше ничего. Так же самое всякие там насморки, ну, вообще и другие детские болезни, что были исключительно только прибором, мы даже никакого ни разу компонента, ну, или там антибиотика, ну, ничего, ну, не применяли.